Добрый день, друзья. Находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Сегодня к вашему вниманию хочу представить комбайн Дон 1500 98 года выпуска. Напомню, что компания Boston Technic — это возможность приобрести сельхозтехнику за наличные средства по перечислению, а также в кредит. Пройдемся по конструкции данного комбайна. Переднее левое колесо практически новое, без износа. Диски ровные, без деформаций. Комбайн эксплуатируется. Смотрим. Все, ну, ремни еще в данный момент ослаблены. Шестерни цепи все смазаны. Заднее левое колесо также в отличном состоянии, на остатке 50%. Клавиши, все в хорошем рабочем состоянии. Решета. Смотрим, ходил он по подсолнечнику. Заднее правое колесо. Ну, тут с износом побольше. На остатке процентов 40. Ну, диск в хорошем состоянии. Смотрим, все шестерни цепи все смазано, все обслужено. Переднее правое колесо также в отличном состоянии. Диск также. Здесь на остатках процентов 80 резины. Смотрим, боевой конь. Боевой бывалый. Как сказать, борозды не испортит наклонная камера. Остекление кабины целое. Двигатель EMZ. Кого заинтересовал данный, ему также идет в комплекте жатка универсальная. Кого заинтересовал данный комбайн, звоните, пишите, дадим более подробную информацию, а также поможем с приобретением.